Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Давай посмотрим, что у нас тут по заданиям. Совершить сделку. Сделочку. Так, пронзающий укус. Поменять на 141 тысячу еды. Нет, я не буду. Так, 6 лямов на 663 очков доверия. Нет, я тоже с этим не согласен. А это у нас 22 бакса. Увеличит показатель атаки всех союзных существ. Ага. Нет, ребят. С долларами у меня все плохо, как ты видишь. Поэтому я откажусь. А вот здесь, пожалуй-ка, мы, наверное, обменяемся. Так, возьмем. Кого тут взять-то? Капразуха. Ну, давай капразуха обменяем на баксы. 3 штуки. Так, 75 долларов получаем. Здесь, наверное, можно еще здание, кстати, обменять. Давай на еду. Так, и последнее, это, наверное, мы... А что, интересно, монеты можно потратить? Ну-ка, например, моды. Увеличит запас ОЗ. Так, на 100... Ух ты. А сколько требует? Полляма. Да, я поменяю. Ну что, здесь мы с тобой завершили это задание. Дальше переходим собрать моды. Ну что же, надо собрать моды, так будем собирать. Так, давай, Чарли, что-нибудь хорошее, путевое. Не откажусь от пака, но мне дают кровожадность. Урон на 15% увеличивается. Так, еще один пак открываем, точнее не пак, а мод. И задание будет выполнено. А нам достается слабость. Все. Здесь забираем. Так, принять ПВП сражение плюс канозойка. Давай посмотрим, что у нас по схваткам. Так, травоядные, минимум модов 1. А схватка редких и дрожь земли. А здесь у нас... О! Без ограничений. Давай посмотрим. Ага, вот значит как. Мегистотерий, саркостодон и дедикурус. Ну что же, я, наверное, возьму тогда... Можно эндрикотерия прямо вот сейчас взять. Давай, наверное, возьмем эндрикотерия плюс... эриматерий. Ну и, например, возьмем с тобой гигантского оленя. Нет, 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 нет. Не гигантского оленя, а возьмем лучше... Да вон Келлинкина хотя бы взять. Нет, не согласен, Келлинкин нам еще пригодится. Ну ладно, давай вот так вот, все, ребят. А то сейчас начну сомневаться. Потом скажу, да ну, давай чем-то другое вообще возьмем. И в итоге я не сыграю, а мне нужно. Ну что, сразу, наверное, с атаки начнем. И врубаем его. Так, саркостодон. Ну давай, делай что-нибудь. Атакует. Ну, не пробил. Поэтому я, ребята, беру эриматерия и бомблю. Так, 86 хп мы ему оставляем. Он, скорее всего, сейчас, наверное, поменяется на... Нет? Ух ты, какой ты отчаянный, а. Ты посмотри на него. Катись колбаской. Ну что, дедикурус, собственной персоны. Сколько у него? 3 очка действий. Если он все потратит, в принципе, он победил бы. Но, видишь, он решил, видимо, куда-то там скирдовать свои очки действий. Ну и вот победа. Да, ребята, он сам виноват в этом. Первый поединок у нас довольно быстро и легко прошел. Поэтому передвигаемся дальше на второй. Опять же, мегистотерий, потом депротодон и фараракас. Значит, пещерник, морозник и степник. Кого тут взять-то? Ну, наверное, возьму Келлинкина. Сюда можно взять... Паноктуса не хочу брать ради депротодона. Я, наверное, лучше возьму... Блин. Я, наверное, возьму... Носорога. Шерстистого носорога.
Да что такое-то? Говорю, носорога шерстистого мне дайте. Так, а против Фараракаса мы возьмем. Да, в принципе, по Ноктус и пойдет. Против Фараракаса тоже. Амфициона брать. Гасторнис. Пускай будет здесь, друзья мои, Гасторнис. Нам всего лишь нужно выиграть Депротодона. Если мы его ушатаем, то все будет окей. Блин, прикинь, 4 очка не хватает, чтобы его добить. Будет меняться, интересно? Нет, не стал. Он не стал меняться, тогда мы сделаем вот так. Дипротодон, но у него 216 к атаке. Интересно, будет бомбить? Будет, будет. Так, берем с собой шерстистого носорога. Попробуем. Вот это да, вот это неожиданно. Почему он ничего не стал делать, не знаю. Ну, а Фараракаса мы, соответственно, тоже сейчас вырубим. Поехали. Ну вот именно эта битва, мне кажется, была самая легкая. Поправьте меня, если я не прав. Вообще без напряга. Причем он даже ничего не стал делать. Не защищаться, не атаковать, а просто куда-то в бонусы себе эти очки засунул. А воспользоваться ими не успел. Ну что, тут у нас Эрематерий. Против него возьмем Ортинотериума. Так, против Динотерия мы возьмем, наверное, Паноктуса. А вот против Андрюсарха Мамонта брать не стоит, мне кажется. Слушай, а мы если сделаем немножко по-другому? Вот так. И вот так. Куда ты? Твою налево, да что за лаги-то, а? Друзья, я не понимаю, что происходит. Что за лаги? Ты посмотри, еле-еле все двигается здесь. И именно почему-то, когда я выбираю команду. Сами бои вообще идут на изи. Но вот именно выбор команды — ужас какой-то. Так, ну что, начнем. Вырубаем его сразу же. Так, а вот Динотерий. Так, он воздержался, да, я понимаю, от атаки. Сделаем тогда вот так. Сейчас ему нет резона. А, вот он меняет. Но это, мне кажется, тоже зря он сделал, потому что... Раз, два, три, четыре. Дай ему крышка. И опять же выходит Динотерий. 91 атака. Все. Ему деваться просто некуда. Ему просто некуда было деваться. Ну вот она и победа. Так, ну что, мы с тобой... Открываем пак. Кто там у нас? Кто-то летающий, да? Да ёк-макарёк, скафагнат, они чё меня решили? Достать этим скафагнатом, а, друзья? Даже не знаю. Так, что у нас тут бесплатное? Ага. Не докачался у нас тираннозавр, к сожалению, пока. Так, 3 ВП, 3 ПВП сражения нужно сделать. Ну, в принципе, у нас есть арена. Ну что, попробуем? Что у них тут, интересно, такое? А почему это у меня Ютораптор не в коллекции? Как это так? Что-то вы тут, по-моему, привираете, друзья мои.
Не в коллекции, он как раз у меня в коллекции. Так, смотри, доминатор. Вот если ты в доминаторе, ты получишь Боже, герпетон. Нифига себе. Да, это круто. Ну что, давай. Нам нужно сыграть. Во, смотри, здесь зато нормально. Помнишь, в прошлый раз мы не могли здесь нормально играть, потому что тут у нас страшно очень лагало. А сейчас, я смотрю, вообще великолепно. Так, возьмем Ихтиостегу, Шунозавра и Велоцираптора. Интересно посмотреть, выиграем мы здесь или нет. В принципе, ну так как это первые поединки, тут вообще все на изи. Ну, Назух. Так, наверное, мы сразу его вырубаем. Пумс, готов. Так, Метриоринг. Что ты будешь делать? Он, наверное, будет меняться, скорее всего. Прикинь, он не стал даже ничего делать. Пси, я тебя умоляю. Я тебя умоляю, Метриоринг. Лучше сдавайся по-хорошему. Че он мутит-то, а? Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватит. Чуть-чуть не хватит. Ладно. Что же он не меняется-то, а? По идее, он должен был поменяться на Аланку. Не пойму, что он там, ребята, мутит. Теперь я, кажется, понял. Он накопил себе приличное количество очков только лишь для того, чтобы уничтожить мне Ихтиостегу. Ну что, Ланка, добро пожаловать. А теперь лови подачку от моего Шунозавра. Так, бомбим по полной программе. Вот так. Все, друзья мои, в этом поединке мы выиграли. Слушай, кстати, там надо посмотреть, что у нас за события. И сможем ли мы пройти, или нам уже делать акцент чисто на арену. Чего? Я даже с добытчиков не вылез. Обалдеть. Эть, 15 тысяч монет. Окей. Ну что же, давай. Если пока все идет так легко и просто, возьму Скафагната. Скафагната, Шунозавра возьму. И Тиранозавра. Вот мне сейчас интересно, кого они мне подсунут? Давай, 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 родная. Ищи быстрее. Ой-ой-ой, нифига, ребята. Бриллиантовые леги там. Вот что я тебе хочу сказать. Бриллиантовые леги. Ладно. Начнем. Да и на них, по-моему, тут самый опасный. Мне нужно, ребята, как-то тиранозавром, наверное, вырубить его. Сколько у нас тиранозавр? Ага. Поменяем. Проверим. Слушай, по-моему, ему сейчас будет крышка. Ну что он будет делать? Или он будет меняться на Контестегу? Нет, он не стал меняться, друзья, поэтому... Раз, два, три, четыре, пять. Ладно, все солью. И победил. Суперзавр. Ну, вот здесь он, скорее всего, поменяется уже на Акантестегу. Я так и думал.
И вот Акантастега нас как раз-то, наверное, сейчас и уничтожит. Да. Но для этих целей у нас есть кто? У нас есть Скафагнат. Раз, два, три. Хорошо. Блин, что-то какие-то фризы, ты не чувствуешь? Что-то подлагивает немножко. Так, ну что, суперзавр. Что он будет делать? Атакует, все четыре атаки делает. Ё-моё. Ну все, по-моему, он доигрался. Защиты у него нету, и мы, соответственно, побеждаем. Ну и славненько, да, друзья? Так, ладно, переходим тогда на следующий поединок. Ну и куда мы перейдем? Так, выжившие, 25% лучших, отлично. Так, рулеточку крутанем. И, блин, ну почему не пак, а? Ну что, поехали? Да куда ты? Куда ты лезешь-то? А, кстати, мы же хотели посмотреть по поводу... Секунду. Секунду. В событиях. Так, здесь-то у нас что? Опа. Опачки. Окей. Травоядные. Так, минимум модов один. Упс. Ну, это как бы... Серьезные заявки-то. Ты не считаешь? Не буду я, наверное, пока здесь играть, друзья. Так, схватка редких. Ну, здесь понятно. Я пойду все-таки, наверное, на арену. Будем с тобой сегодня убиваться по арене. Так, ну что, мы с тобой, по-моему, поднялись по рангу, да? Значит, берем лабиринтозавра. Возьму Ютирануса здесь и... И Карнораптора. Что-то, мне кажется, слабеньких я взял. Сейчас мы перешли уже в другую лигу. Сейчас будут тут просто монстры. Ты прикинь, какой жук, а? У него две рептилии. Ладно, этого мы сразу запинаем с Тигоцефала. Лабиринтозавр справляется, слава богу. Так, пренозвук, да? Будет меняться или нет? На Астафрикозавра. Не стал. Проверим. Неужели будет бомбить? Сомневаюсь. Я лично сомневаюсь, что он будет бить. Либо в блоке простоит, либо будет меняться. Скорее всего, будет стоять в блоке. Атакует. Все-таки, друзья мои, он стал атаковать. Раз, два. До свидания тогда. Ну, Астафрикозавр, конечно, нас сейчас подобьет. Ну и добьет его, естественно, наш Ютиранус. Угу. Надо же, друзья мои, появились эти фоточки. Я только сейчас заметил. Раньше у нас здесь были GV. А теперь все нормуль. На тебе. Вот и все. Астафрикозавр свое получил. Ну что, друзья, двигаемся тогда дальше. Смотрим. 68-я позиция. И... Деньги. Ладно. Продолжение баталий. Так, Аморгозавра возьму. Карнораптора и... Диплотатора.
Ну, вы заметили, да, что Амаргозавр уже у меня вылился, и он уже у меня в команде. И прокачанный до 10 уровня. Что-то как-то не особо мне нравится, что у меня Амаргозавр стоит против хищника. Против пирораптора. Друзья мои, вы заметили, да? Раньше здесь не было этих Дживи, а сейчас появились, все окей. Так, я, наверное, возьму деплотатора. Вот он попал, ты посмотри как. Ты. Да, пирораптор особо. Он думает, что это ему поможет. Нет, конечно. Это ему не поможет. Так, давай-ка сделаем вот таким вот образом. Обманул, да? Обманул прянозух. И довольный такой. Но надолго ли? Вот ты как, да? Раз, два, три, четыре. Проверим. До свидания тогда. Так, пирораптор. У пирораптора атака 38. Это вообще мизер. Я думаю, он ничего нам вообще не сделает. Но он решил все-таки бомбить. Так, он все слил. Значит, нам достаточно одной атаки. Остальное переводим. Упс, просчитался, ребята. Бывает. Ну ладно, ладно. Что-то мне это не нравится. Все, получил свое. Ну и кто это у нас? Гигантозавр. Да, гигантозавр. Здоровый, а толку мало. 17 всего к атаке, ты представляешь? 17. Он еще там что-то копит. Ты не смеши меня, пожалуйста, а? Ну вот и все. Очередная наша победа. Быстренько бежим на следующий поединок. Да, мы что-то очень долго здесь поднимаемся, конечно, в этих... В Лиге Выживших. Лучше бы дали бы мне доллары. Потихонечку у нас все меньше и меньше становится, да? Динозавриков. Афиокамим, Алангозавр и Пеликанептерикс. Давай посмотрим. О, как хорошо. Как хорошо, ты посмотри. Сразу вырубаем. Стегозавр появился. Угу. Ну и что он будет делать? А ничегошеньки, да? Типа обманул меня. Ну и все, наверное. Раз, два, три. Так вот сделаем. Одного удара достаточно. И у нас остается Птеранодон. Вообще ноль шансов. 53 к атаке. Ну это что? Но он все-таки решается атаковать. Погнали в ответочку. Гуляй, Вася. Да, на Феокамима бы, конечно, хотелось бы прокачать, ребят. Но почему-то я решил, что диплодок будет лучше. Так, давай посмотрим, что нам тут достанется на этот раз. Все вокруг да около.
Не дают они мне этот суперпак. Вот этот, ребят, анкилодок, он будет лучше, чем Афиакамим. Так, ну что, у нас тут Трапиогуптер, Унейзавр и Тиранозавр. Поехали. Сейчас посмотрим. То есть у нас с тобой... Опа. Скафагнатик. Скафагнат как раз хорошо попадает у меня, да? Под нашего Унейзавра. А, у него все три летуна. Так, вырубаем Диморфодона сразу же с удара. Вот и Скафагнат. Вот что он будет делать? А я, наверное, все-таки рискну. Ай-яй-яй. Одну защитку поставил. Ладно. Все равно у него не хватит атаки, чтобы нас уничтожить. Он опять что-то копит. Окей. Докопился. И выходит Аэротитан. Ну, тут-то, конечно. Давай, Унейзавр, выходи. Пропечатай-ка ему хорошечно. Он чем-то похож на Офиакамима, да, вот этот вот. Только здесь вот на шее гребня нету. А так очень схоже. Так, смотрим. Да, обалдеть. И... еда. Еда, едушечка. Так, ну что, я, наверное, возьму. Так. Так. И Карнораптора. Я не могу понять, почему именно вот здесь вот лагает ужасно. Не там, где слабенькие, а именно где сильные. Я не знаю, с чем это связано. Ох ты. Орнитохейрус, Гриппозух и кто-то там еще. Так, а мы первого кого взяли? Ага, Тиранодона мы взяли первым. Ну что же, проверим. Отлично был удар. Посмотрим, что он сейчас. Нам, кстати, Тиранодона надо до 40 уровня прокачать. Атаку делает. Молодец. Красавчик. Ну что, отправляем его к праотцам. Ой, Гриппозуху я не завидую. Давай, выходи. Ну, шипит там. Давай, давай, давай. Ага, меняется все-таки. И что он этим хочет? Он поменялся еще на... Короче, еще хуже сделал. Раз, два, три. Раз. То есть он Алангозавра в данный момент просто скормил как мясо. Ну давай. Очередная наша атака. Я думаю, будем пробивать. Ничего у тебя не получилось. Так что извиняй. Все, ребята. Был Гриппозух и не стало его. Ну, сейчас-то мы, наверное, зайдем все-таки в новую лигу. О, да. Это у нас охотники. Это у нас охотники. Награда должна быть чуть-чуть получше, но... Ну, меня, как всегда, пичкают одними монетками да мясом. Так, мы можем здесь забрать наши ежедневки.
Тирана-Титан. Окей. Так, 130 очков доверия. В совокупности 260. Ну. Так, что я хотел? Четыре дня. Два дня. Ох, трэш. Долго, конечно, выводится, очень долго. Ну что, погнали тогда дальше. Значит, мы перешли с тобой в новую лигу, да? В охотники. И вот в охотниках-то уже, по-моему, будет пожестче все. Уэрхозавр, Таниколагриус и Эдиоморфодона. И что-то мне внутри подсказывает, что это полный фейл будет сейчас. Полный, друзья мои. Надеюсь, что я ошибаюсь. Ну что так долго ищем-то, ё-моё. Эй. Все, нашли, кажется. Точнее, не нашли, а вошли. Так, а здесь я только увидел, ребята, что у него... Опа. Опачки. С атаки начнем. Бумс. Такой, да? Это он что, мне типа пощечину сделал сейчас? Своей лапой. Ага, вот как раз и этот аморгозавр, друзья мои. Вот он. Вот так он выглядит. Ну он выглядит, ребята, действительно какой-то мифический дракон, да? Потому что на динозавра он точно не тянет. Интересно, такое существовало на самом деле? Опа, и этого тоже вырубаем. Готов. Так, и последний это диплодок. Даже пробить нас не сможет, потому что у него 87 к атаке. Даже если на 5 умножить, на 4. Не получилось у него. Ну вот и до свидания. Все, друзья. Победили и в этот раз. Сейчас посмотрим, куда мы с тобой переместимся. На какую позицию. С 95 на 84. Не очень далеко, конечно, ушли. 120 ДНК. Так, беру птеродактиля, апатозавра и диплотатора. Поехали. Блин, почему-то, ребята, именно вот на этих вот динозаврах вот так вот улагает все. Там, когда мы были вначале слабенькие. Оу, слушай, хорошо, что я не стал брать хищников. Была вначале у меня задумка, думаю, почему я ни одного хищника взял. И слава богу, что не взял, потому что здесь, ну, Савио. Так, тут, конечно, лучше взять нам вот этого парня. Будет он брать этого Арамбургиана, или как он там? Да, Арамбургиана. Все, крышка. Ну и дальше птеродактиль, естественно, разберется с этими амфибиями. Эриопс, кто там у нас еще? Всех раздавим. Ну давай там, что там? Пшикаешь. Давим.
Окей. И последнее, это как его там? А. Протергеринус, короче. Сможет забомбить? Он даже ничего не стал делать, опять же. Ну-ка. Все, до свидания. Вот и нету больше протергеринуса. Опять же, ребята, здесь просто самое начало. Самое начало лиги, поэтому все-таки легко и просто проходится. Это там, дальше уже будет жесть. А тут все пока терпимо. Так, 120 ДНК. Анкилодок. Тапиелозавр. Вот, еле-еле двигается, ребят. Тапиелозавр и спинораптор. Эх, спинораптор у нас уже 30 уровня. Еще 30-шку вывести, и можно будет сделать фулочку из него. Так. Литронакс. Что-то как-то мне не нравится это положение дел. У меня этот диплодок, по-моему, точнее, анкилодок вообще не пригодится, по ходу дела, да? Давай смотреть. Какой он ужасный, а весь какой-то как в перьях, да? Все-таки атакует разочек. Все-таки разочек меня бомбанул. До свидания. Так, Димитродон. Но Димитродончик все-таки решил бомбить. Ну что, ребята, в ответку? И остается Насута Цератопс. 38 уровня, 61 к атаке. Нет, 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 парень, ну забудь ты об этом, забудь. Ох, как мы ему сейчас влепим. Вот так, ребят, почти 10 тысяч урона. Вот так, победили. Двигаемся дальше. Так, 73-е было место, становится 61-е. Опа, ну спасибо, хотя бы два поединка отыграл. Ну почему два поединка? Потому что за каждый поединок у нас, ребята, берут 5 баксов. Так, беру Эдиоморфодона. Нундагозавра. Эх, сейчас чувствую мы... Как еле-еле двигается-то все, а, друзья? Таникалагриуса я хочу взять. Я не знаю, раньше такого не было. Вот сколько мы играли, чтобы вот так вот лагало, не помню. Зато, видите ли, появились иконки. Иконки появились, а игра начала лагать. Ну ладно. Метриакантозавр. Мы его сразу вырубаем. Все, даже пикнуть не успел. Гаргозавр. Тоже сосунок. Ну давай ты что-нибудь делай, уже там дергается. Проверим. До свидания. И, по-моему, Траодон. Да? Траодон же? Точно, Траодон. Ну давай там уже не крякай. Все равно тебе там ничего не поможет уже. До свидания.
И, друзья мои, последний поединок у нас на сегодня, потому что уже, ну, динозавры, к сожалению, закончатся. Так, ровно 50-е место. Сто двадцать ДНК. Угу. Ну что, последний поединок. Раз. Два. Ой, трэш. Ну давай, перемещайся ты. Давай, 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 раскочегаривайся, раскочегаривайся. Мне нужен еще один. Любой. Вот я не могу понять, он... Ну что такое-то, ну? Ты издеваешься надо мной, что ли, а? Специально ты так делаешь? Я бы пошел бы и двумя, но нужен третий. Не могу, ребят, вот я вот. Нажимаю прокрутить. Видишь, с каким запозданием идет. Ужас. Ну... Да что ж такое-то? Смотри, до сих пор, раньше хоть как-то, ну, когда мы с тобой проматывали, да, оно проходило, сейчас оно вообще не проходит. Одно радует, что у нас последний поединок. Вот, дай мне велоцираптора нафиг. Хоть кого-нибудь. Все, поехали. Да, я понял. Им бы, наверное, какие-нибудь технические ошибочки бы исправить. Мне кажется, это, ребята, у них там на севере связано все. Может быть, загруженность или еще что-нибудь. Ну, опа. Эоламбия. Причем лагает именно при выборе. Не в самой игре. В самой игре вообще ничего не лагает, смотри. А именно при выборе. Так, ну что, давай, Раджасига. Эоламбия. Такой немножко, да? Несмышленый какой-то. Ну давай, что там крякаешь? Взял аэротитана, ё-моё, он думает... Он думает, это ему поможет. Аэротитан даже пикнуть не успел. И вот мы опять с ним встретились. Ну давай, Эоламбия. Теперь почему-то у меня, ребята, иконка пропала. У меня же здесь тоже была своя иконка. Почему-то ее нету. Так, Эоламбия минус и апатозавр. Да, против, конечно же, Раджастеги он выглядит просто сосунком. Просто сосунок. Окей. Я тебя понял, я тебя услышал. На 5000 хпшек отняли. Все, друзья. Выиграли. Это был у нас последний поединок сегодня. Сейчас посмотрим, что... Так, 38-я позиция. Здесь нам выпадает... Опа, $10. Ну, спасибо хоть на этом. Спасибо хоть на этом. Так, ООН отправили. Так, ежедневки мы с тобой сделали, да? Все, ребят, можно, в принципе, и закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.